А где здесь что? Здесь не пишут? А, ну будем без заставки просто так. А, всем привет. Всем привет из Тольятти. А, и с родины советских автомобилей. Лада, Жигули, ну и так далее. Ну, в общем, я не об этом. А, хочу поздравить всех с Новым годом, с наступающим 21-м. 20-й год был для всех непростой, трудный, сложный. Для кого-то, к сожалению, трагический, поскольку в этом году разыгралась пандемия, что сильно повлияло на все человечество. Многие люди заболели, кто-то с осложнением, у кого-то еще какие-то большие проблемы. Но не будем об этом. 20-й год заканчивается. Сегодня, через несколько часов, начнется 21-й. Мы в этот год входим с большими надеждами, что он будет лучше и принесет нам успех, всем много счастья, здоровья. Хочу всем пожелать семейного благополучия. Кто не женился еще и не вышел замуж, обязательно сделайте это в 21-м году. Обзаведитесь детьми и прочими, значит, людьми в своей жизни. Потому что это самое главное. Семья – это все, что есть у человека. В общем, всем привет. Я вас всех люблю и ценю, что вы у меня есть. Семья, мои родственники, знакомые, друзья, коллеги по работе. Всем привет. Пока.